Всем привет, меня зовут Вадим Лобок, кто-то знает меня как Майфи. Сегодня мы вот в эту игру поместим наш новый органайзер-решетку. Вот у меня тут компоненты, карты в протекторах, кубики, маркеры, все игровое поле, вот это вот составное. И здесь у издателя вот такой вот картонный инлей. И вот именно в него я и придумал такую штуку, очень простую, очень дешевую, но красивую и функциональную. Сейчас я ее открою и прямо мы с вами соберем. Состоит она из вот таких вот двух кусочков. Здесь инструкция о том, как собирать, схема, как это собирается еще раз, и примерная схема, как что куда укладывать, но я вам сейчас все равно все покажу. Вот тут у нас деталь 1, деталь 4, деталь 2, деталь 3, по очереди деталь 1 извлекаем и устанавливаем ее вот сюда. Берем деталь 2, вот так, вот этим нижней поверхностью, тут закругленные уголочки, нижней поверхностью устанавливаем ее, значит, вот сюда. Здесь все умеренно заходит, держится без клея, умеренно. Если хотите, можете подклеить. Так, деталь номер 3. Опять не перепутаем, у нас тут скругленные уголочки, они идут вниз. Вот так. Сейчас ставится. Вот так ставилось. И последняя деталь 4. Опять не перепутаем, скругленные уголочки вниз, вот так устанавливаем. Так, сейчас у нас все встанет, вот так. И вот получилось, что у нас картонный инлей поделен на вот такие секции, и теперь в эти секции я предлагаю положить наши карты. Большие карты предлагаю разбить на две стопки по логике. Вот так. Это сюда. Ну, активы, в смысле подсказки про активы, тоже, наверное, можно сюда или под низ. Это у нас непосредственно фракции. Это пойдет сюда. Вот эту колоду карт. Не знаю, можно, наверное, не делить. Я, по крайней мере, пока не хочу делить ее. Вот, доставать ее, в принципе, вполне удобно вот так. Кубики. Кубики мы положим вот сюда. И остается у нас фломастеры. Фломастеры, я думаю, что мы положим вот сюда. Возможно, им чуть-чуть не хватит места. Возможно, а может быть и нет. Да, им чуть-чуть не хватает места, но ничего страшного. Значит, можно положить несколько фломастеров куда-то сверху на карты. И вот у нас получается, карты лежат без зиплоков и никуда не убегают. А сверху, опять я тоже этот пакет уберу. А сверху мы положим наши листы, правила, и вот так. И вот никакой болтанки такой, какая была раньше, больше в коробке нет.